Задали вопрос. Батюшка, почему православные отмечают день памяти смерти Богородицы? На самом деле не смерти, а успения. Успение переводится как «уснуть». Мы телом погребаемся в землю до второго пришествия Христа, потому что, помню, когда Он придет, то все восстанут из гробей предстать на суд Божий. Успение – это не конечная точка, потому что мы просыпаемся для жизни вечной и дойдем ответ уже за свою земную жизнь. Что посеяли? Добродетели, грехи, как воспитали своих крестников, как испечались, как выполняли заповеди Божии. Поэтому это не трагедия для православного человека. Да, может быть, в какой-то мере боль утраты она ощущается, что ближнего человека нет. Но потом, молясь и заботясь о своем ближнем, мы понимаем, что Господь обещал встречу с умершими. А если мы говорим о успении Божьей Матери, то она от Архангела Гавриила узнала, что за 3 дня до своей кончины, до успения, что приходит, подходит час сонный. Чудесным образом апостолы все собрались, чтобы почтить ее мирную кончину, безболезненную, о чем мы тоже просим Господа во время богослужений. И почему ее радость наполняла? Потому что она шла навстречу долгожданную со своим сыном, Бога-человеком. Поэтому для нас смерть не страшна. Она ожидаемо биологически, мы понимаем, никто не вечный, а ожидаемо, что если мы живем православной жизнью, то наша встреча с Богом, она будет радостна. Храни Господь.